Капец. Проследил зайца. Там на высоковольтке он стоял. А тут, он там на бугре, на той стороне. Как он тут пробежал, не знаю. Дед подошел тут как раз, отвлек меня, блин. Может, и прошел, правда. Вот Волга, вот Волга. Тимофеич, я его подранил. С кровью идет. О, как хорошо он тут. О. Кровушка. Тимофеич, алло. Пипец, вышел на меня. Я вот так снимаю, короче. Он на меня прям вышел, падла. Сел и сидит. Я пока телефон убирал. Не могу в карман попасть, телефон-то убрать. Он все сидит. Я уже... Подранил, с кровью идет. Он закругляется, на тебя смотри, вот. Слева смотри, слева, слева, слева смотри. Ну, дед только оттуда его пришел. И он у него за шиворотом прошел, видимо. Маленький круг вообще сделал. Ребят, короче, стрелял я по зайцу. Где-то, блин, метров 500, наверное, ушел оттуда. Раненый, вот. Перешел асфальт, собака скололась.
Вот, выправляли полчаса, наверное. Вот я нашел все-таки. Дед говорит, поехали домой. Я говорю, нет, он раненый. Я говорю, подранков не оставляю. Вот все-таки нашел, добился своего. Вот. Вот. Все в кровище. Вот. Идет он. Ну, сейчас где-нибудь уже лежит, я не знаю, конечно. Ну, вряд ли. Ну, возможно. Короче, за собаку зову. Мелких кузов посадили, потому что страшно около асфальта. Я их сразу же на поводок. Ладно, сейчас собака подойдет. Если подключится на гон, то включу еще. Встал вот так вот, блядь. Ну рассказывай, рассказывай. Встал и налево поворачивай. А он сидит, смотрит на меня. 5 метра. Где, под елкой или что там? Прямо у дерева прямо вот тут. Вот у такого дерева, прям лежит, сука, около него. Вот так вот, блядь, смотрит на меня. Ай-яй. Я сразу раз ружье, думаю, куда стрелять-то, не знаю. Взад, бац, как рванул, блядь. Ногу тащит, видал, сколько... Ушно-то догнал его. Ага, я слышу. Я тоже перестал, думаю, все. Так, а хули кровища за ним следует? Так он заревел. А? Заревел. Знаешь-то? Да, как ребенок. Ну, он поймал его, наверное, прижатку. Нота поймала его, да. Ну, ты что, сфотографировал? Угу. Блядь.